Конничева. Я всех приветствую самым что ни на есть кульширующим образом. У меня в руках вот такая бамбуковая палка. Как вы можете видеть, она при вращении совершенно не как себя не демаскирует. Хотя мы с гордостью представляем вот такую полностью аутентичную версию Сиросая, белые ножны, ну, посох-меч, которая выполнена нами. На эту разработку ушло довольно-таки много времени. И самое главное, что я хотел бы отметить, вот обратите внимание, вот эта вот бамбуковая палка, она не является прямой, но в ней совершенно прямой клинок. Это и есть выражение великого закона Востока, инь-янь, теплое в холодном, холодное в теплом, прямое в кривом, кривое в прямом. Поэтому, собственно, мы очень долго к этому шли, этот проект занял довольно много времени, нужно было проконсультироваться с нашими японскими друзьями, с реконструкторами, которые занимаются реконструкцией Японии. Но, тем не менее, результат говорит сам за себя. Если не знать, где здесь рукоять, то, собственно, никаких абсолютно нет признаков, которые бы указывали на то, что в теле этой бамбуковой палки спрятан вот такой вот клинок. Клинок получился очень легкий, очень маневренный, с совершенно шедевральной точкой перкуссии, аж вот здесь. Центр тяжести у него тоже, как вы видите, прекрасен. В том смысле, что это одновременно и сила удара, и маневренность, и способность возвращать его на исходную боевую позицию. Ну и само собой, это то, что в свое время прославил Такеши Китано в фильме «Затойчи», когда он ходил тоже слепой и творил справедливость. Всем прекрасного зрения. Ну а если ваше восприятие справедливости отличается от кого-нибудь еще, то вы всегда можете поработать над собой при помощи вот такого посоха. Аригато гадзаймас. Спасибо за то, что с нами.